Каждый день в городском округе Химки наводят порядок. Подметают газоны, тротуары, моют детские и спортивные площадки, приводят надлежащий вид парки и скверы. Работу проводят и в поселке подсобного хозяйства санатория имени Артема. Здесь дворники активно убирают скопившийся за зиму мусор. Проводится разрыхление остатков снега, проводится уборка прошлогодней листвы, которая под этим снегом лежала, и также уборка мусора цветного и всего остального. После уборки мусора, который собирают дворники вручную, в дело вступает техника. Убранную территорию моет трактор. Он очищает дороги, прилегающие к территории, от остатков грязи. К слову, сейчас во всех округах и поселениях нашего города кипит работа по благоустройству. Уже к майским праздникам город должен преобразиться, стать чистым и красивым.